Эй, Гэсми, Спайки, сегодня мы будем играть с вами в Brawl Stars. Фуф, наконец-то. Brawl Stars. Ролик выйдет в четверг. Да, опять же, как всегда. Перед роликом Мармака. Так, сегодня будем мы играть в... одиночное. Наверное, столкновение за... Джесси. Так, погнали. Brawl Stars. Так. Это сейчас будут потные катки, потому что за Джесси сейчас я... Вчера почему-то... Так, это сейчас потный момент. Почему, знаете? Потому что здесь... И теперь погнали. Ай, fuck no! God damn! Да блин, да тут... Ну чё за херня? Плюс 6. Ладно. 29-й левел. Нифига себе. Ну, причем ровно. Ладно, давайте еще раз поиграем. Ой, блин, ну как тут... Блин, фак. Короче. Сейчас я за жизнь поиграю. Не знаю, почему. А, этот ниндзя, знаете, сейчас, наверное, так бомбит, типа... А, почему я первый? Почему я первый? Чувак, ну так суждено. Значит, судьбой. Что ты первый. И математу 11. Короче, не судите строго, да? До свидания, не судите строго. 5 бойцов уже осталось. Микки Юта. Это дело до сих пор там сидит. Мне вот интересно, вот этот. Вот мне вот просто интересно, знаете. Нет. Знаете, просто я сейчас крышу, а потом... Крысу. Да, крысу. Потом в конце, знаете, вот когда два бойца останется, я просру. Короче, сейчас будет монтаж более лучше. Почему? Потому что я скачал кое-какое приложение, которое мне помогает монтировать. Комплекс. Хорошо, что не комплекс. После шуточки. Я спрятался. О мой бог! Чуваки! Два бойца! Я сейчас убил просто Дерла, и вот почему у меня три баночки. Примыч меня убьет, это 100%. О, фак! О, ноу! Ладно, окей. Я просто себя Джон сильный почувствовал. Ладно, плюс 8 кубасов. Это уже плюс много. 14 кучей. Ой, 64. Плюс. Да ну блин, ну почему вы мне не даете нового бойца на... на видео? Так. Сейчас успокоить. Нет, лучше сниму. Так, давайте еще две каточки. Чтобы хоть 6 минут было. Ой. Так. Плюс две баночки. Короче, я сейчас не только крысить буду, то есть... Вы понимаете, что, типа... Мне надо... Баночки сейчас.
Папер очень опасный сейчас для меня. Очень опасный. Да Пайпер какая-то наглая, чуваки. Я сейчас мог забрать, вот просто на изи мог забрать. Ну, не стал. Минус Покич. Опять столкновение, чуваки, вы знаете, что это? Что это значит? Не могу. А, нет, я не могу Карли пробить. Карли. Но! Он опять! Что? What the fuck? Плюс опять 8. Девятый ранг. А десятый мы в следующей серии, может быть, арм. Я не знаю. Просто нос чешется. Это жируха. Motherfucker, no! God damn! No! Fuck you! Вот на то, что я тебе сделал, скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста. Я же тебе не мог такого плохого сделать. 7 минут ролика уже идет. Ну что я тебе мог плохого делать? Здесь дерево сидит. Дерло меня не найдет, все. Прям в начале карты. Ладно. Фак, это за что, ну? Опять минус 2. Две самые, блин, тупые катки, ладно. Я немного приболел, у меня нос. Короче. Это дырил вообще будет нахуй. Это вообще-то мои баночки были. Я сейчас просто... Сейчас просто Дерлу помог, просто Карл на автоатаке начал вот это тыкать, а потом... О бог. Просто скажите, что здесь происходит. Пенни. Сломай пушечку. Дерла просто меня защищает, да? Дерла, ты красавчик, честно говоря. Дерла. Давай с тобой затимимся, чувак. Давай, ну ты же знаешь, я же знаю, что ты хочешь затимиться, чувак. Этот Брайан, наверное, всех сейчас увалит. Брайан? Да ну... короче, я даже не сопротивляюсь. Я не сопротивлялся, я просто стрелял на автоатаке. Окей. Плюс 6, да? Плюс 12. Откуда? Ну и последний наш ящичек. Прикиньте, сейчас Лего падает. Ну, конечно. Размечтался. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Спайк Фит. Всем удачи, всем пока.